нескольких километров друг от друга находится еще один средневековый городок. Это Сен-Поль-де-Ванс. Создан на рубеже 8 века в 1538 году по приказу Франциска I. Форпост был обнесен каменной стеной. В 20-е годы 20-го столетия горную деревню облюбовали бедные парижские художники. Здесь был Модильяни, Шагал, Пикассо и многие другие известные мастера. В результате деревня стала культовым местом для поклонников искусства.